Всем привет, друзья! Вы на канале Den Best. Сегодня приготовим вот такие вот аппетитные, вкусные тефтельки по-шведски. Готовится легко, просто и получается просто обалденное блюдо. В общем, смотрите, поехали! В глубокую емкость добавляем 60 мл молока. Добавляем одно яйцо. Панировочные сухари 2 столовые ложки, 35 грамм. Одна небольшая луковица, нарезал очень меленько. И 2 зубчика чеснока пропустил через чеснокодавку. Хорошо все перемешаем. И дадим постоять минут 10, чтобы сухари разбухли. Теперь я добавлю 500 грамм говяжьего фарша. Добавлю немножко петрушки. Солим и перчим по вкусу. Ну и теперь все хорошо перемешаем. Мокрыми руками сформировал вот такие вот тефтельки. Немного больше, чем грецкий орех. На сковороду добавили немного растительного масла. Теперь выкладываем тефтельки и будем обжаривать их со всех сторон. До красивой золотистой корочки. Теперь переворачиваем. Так, с другой стороны тефтельки также поджарились уже хорошо, вот так вот. Выкладываем на тарелочку. Теперь на сковороду добавляем 1 столовую ложку муки и будем обжаривать ее до золотистого красивого цвета. Мука у нас хорошо уже подзолотилась. Теперь я добавляю 250 мл куриного бульона. Вообще нужно добавлять говяжий, но когда говяжьего нет, добавляю куриный, тоже очень вкусно. Огонь делаем на минимум, перемешаем. Теперь сюда я добавлю 1 столовую ложку соевого соуса, 200 мл сливок 20%, теперь я добавлю 2 столовые ложки французской горчицы. По рецепту идет дижонская. Дижонской у меня нет, есть французская. Тоже вкусно получается. Перец по вкусу черный молотый. Ну и немного соли. Обязательно пробуйте на вкус, на соль. Все хорошо перемешаем. И дадим прокипеть минутки 3-4. Теперь выкладываем тефтельки в соус. Теперь их перевернем, чтобы тефтельки были в соусе. Теперь накрываем крышкой и тушим минут 20-25 на маленьком огне. Прошло 20 минут. Выключаем. Сверху посыпем мелко нарезанной петрушечкой. Вот такая вот прелесть, друзья. Ну и все. Можно кушать. Очень вкусное блюдо. Обязательно попробуйте. На этом, друзья, у меня все. Всем спасибо, кто смотрел. Обязательно пишите комментарии, делитесь этим видео. Подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем приятного аппетита. Пока.